Китайская сторона собирается привлечь российских проектировщиков к разработке предложений по строительству моста через реку Лена. Китайская компания «Синогидро» заключила соглашение с одним из китайских проектных институтов о выполнении предпроектных работ и разработке генплана в сотрудничестве с российской стороной. Теперь корпорациям предстоит провести отбор российских проектно-строительных институтов. Сейчас обе стороны обсуждают технические нюансы будущего строительства, а также разрабатывают смету. Предварительная стоимость моста – 60 миллиардов рублей. Длиной в 21 километр он свяжет Якутск с железной дорогой и даст круглогодичный доступ к 20 отдаленным территориям республики. Ожидается, что ежегодные объемы грузоперевозок в регионе вырастут в 3 раза – до 6 миллионов тонн. Строительство планируется закончить в 2022 году.